Воскресенье — это значит купель. Сегодня у нас уже 13 человек. За неделю до нашего массового обливания многие решили испытать себя холодной водой. Записывайтесь к нам на обливание, которое пройдет 23 февраля. Всем участникам будут раздаваться футболки Ярополка бесплатно и высыми красными. Ну и, конечно, после окунания у вас будет чай, кофе, пирожки и бутерброды. О, искупались. Фух, благодать. Где-то, наверное, плюс 4 градуса, да, было? Вода. Вода плюс 4, да? Плюс 4, да. Да, вообще хорошо. Вообще хорошо.